Четыре элемента – это аромат для женщин, и олицетворяет он четыре стихии. То есть это огонь, земля, вода и воздух. Парфюманьяки обожают его. Вот почему-то вот он номер один у них по звучанию. Аромат действительно очень многогранный, очень сложный. И если вы его предлагаете на подарок, он вот беспроигрышный вариант. Потому что в нем нет какой-то слащавости. В нем нет востока, он именно вот золотая середина для подарка, и в нем есть сложность. Сложность звучания, то есть то, что мы хотим видеть в нише. То есть какие-то переливы, не какое-то ярко выраженное направление, например, востока или наоборот цветочно-фруктовое. То есть аромат должен меняться, он должен играть. В Малвизаре из таких часто встречающихся компонентов является малина. Они любят белый мед добавлять. Они любят добавлять труфель, ноты розы, личи, один из их компонентов, пачули. По нотам вы, наверное, обратили внимание, какая многогранная база у аромата. Это пачули, мускус, ваниль, ветивер, сандал, удовое дерево и мед. Красивый, сложный, многогранный аромат, который, в принципе, будет достойным подарком или человек для себя откроет новое звучание.